13 тысяч. Ну, надеюсь. Оу, нет! Не-не-не-не-не. Это бежать придется. А что здесь? Да, тихо ты. Ну, это более какая-то хуйня. Да ну, что ты начинаешь, игра? До херища. Но вариантов нет. Воу. А ты можешь прыгнешь? А ты можешь прыгнешь? Хилку. Пожалуйста, хилку. Да не звездочки, идите в жопу со своими звездочками, блядь. Так, нужно что-то бить дракона, когда у него потускнеют глаза. Что-то типа того. Найс. Так, ходит слух, что есть под стулом спрятанное сокровище. В пизду тебя с твоими секретами. Ты наконец-то прибыл. Да вроде того. Я видел, как ты сражался. И вот твоя награда. Ха-ха-ха. Чё? Бля, не надо, тихо. Мы деремся с какими-то клоунами. Попади. Так. Два дракона. Что-то синие глаза. Вместе. У них есть магическая сила. Один глаз что-то беспомощен. Похоже, твое приключение подходит к концу. Ты потонешь вместе с замком. Подожди, подожди. Нет, так не катит. Так, теперь мы вниз идем.
весело, блядь. Так, потолок вроде... Не давит. Здесь так и будет. Ты справился? Ты правда... Оу! 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 Дай! Дай! Старые рули нормально, заебал. Тут тысячные монеты летят, заебал. Старые рули нормально, блин. Да ну куда ты порулил-то, ё? А нахера это? Если ты говоришь, что все. Так, это королевство, где ты родился. Теперь ты вернулся домой. Так. Монет. А чё, куда все делось-то? Куда все монеты-то ушли? Мы наконец-то победили великого демона Рипотмахна. Поскольку ты не смог найти... Что найти? Второй камень глаз? Мы не сможем осуществить наши мечты, сны. Но поскольку мир продолжается, люди будут сотрудничать. Чё? Чтобы построить королевство руками своими. Твой куражирующий бой, куражирующий, это уже воодушевляет, будет запомнен навсегда. Куражирующий. Game over. Не, ну это... Ну не game over же, ну... На курашах. Ова. Второй глаз. Какой второй глаз? Мне типа нужно было оружие, что ли, прокачать? Еще меч? Или что? Просто получается этот... щит мы сделали. Может, это засчиталось за один из глазов? Ладно, окей. Отпустила.